Добрый вечер, участники фестиваля Golden Times. Я Марина Нил-Спенсер, член вашего жюри. Значит, вот хотела по результатам пробежаться быстренько, рассказать вам. Классический танец, 80 лет, Анна Беркут, 8, пяточки вперед, выворачивать, работа над голенью, над голеностопом. Вот, видео не очень высокого качества. Классика 20+, Антонина Петлюра, 10 баллов, я писала, хорошая девочка. Дальше, коллектив Мира, у них 8-9, потом солисточка 10 получила, Корженко Алина, шикарная девочка, модерн хороший, постановка хорошая, и опять 8-9 у вас. Очень неплохие номера, мне понравилась хореография, ну где-то послабее, где-то плоско, надо менять сценический объем рисунка, где-то надо больше техники. Вот, дальше пошла Юлия Голубушкина, 20+, 7, 9 и 10, это у нас живопись идет, вот горы, мне понравилась работа у нее. Дальше Стас Воробьев, 9, 10 и 9, гранаты, мне понравилась работа, из всех могла бы вот выделить. Дальше Фисюк Елена, 7 и 8, Надя Гоголь, 10, очень работа мне понравилась, кич напомнила мне Дубасарского Виноградова. Так, очень много фактуры и объем очень хороший. Вот. Тема немножко не моя, но работа сама шикарная, конечно. Вот, натюрморт, дальше Лилия Гаймайнова, 8, Ольга Дукарева, 9, Ирина Хрыщева, 9, 8, Мария Баначевич, 8, 10, 9, Алена Козлова, 8, Евгений Базак, очень мне понравилась работа, Ярость и... Цвет моего зеркальца, скажи. Пожалуй, цвет моего зеркальца, скажи, я 10 поставила, даже больше мне понравилось. Следующие работы у него же 7 и 8. Оксана Шульга, 9. Юлия Краснобаева, 10. Хорошая работа. Вторая работа у Юлии Красновой чуть послабее, 9. Заряна Олендер, 8 и 7. Шулья Туева, Юлия, 8, 10, 9. И Наталья Каменская, 10. Гнездо. Живопись очень хорошая, были работы очень много. И даже вот... очень много интересных пейзажей было морских, мне понравилось несколько работ, предметика, портретика, также авангардизма немножко. Вот. По танцам, как я уже сказала, получше качество бы хотелось, видео немножко, видео несколько, видео было слабого качества, там не видно деталей. А так, спасибо большое, поздравляем вас еще раз, пожалуйста, следите за своим здоровьем, желаю, чтобы вы не болели, вашим семьям здоровья и поскорее бы нам все это, чтобы это все закончилось. До свидания!